Да, всем привет, кто только что подошел. У нас пятый семинар. Сегодня будем обсуждать такие вот темы: transfer learning, adversarial attacks и визуализацию работы наших глубоких сеток и важность их признаков. Значит, план такой: сначала посмотрим, что такое transfer learning и fine-tuning на примере ResNet на задачи классификации. Потом посмотрим на один из способов adversarial attacks, поговорим, что это такое, где применяется, рассмотрим конкретный случай. И в конце визуализируем то, на что смотрят слои сверточной сети при помощи вот такого вот метода Shapley Additive Explanations. Shapley Values мы с вами проходили в прошлом семестре, и тут определенное расширение вот этой идеи для того, чтобы работать именно с сетками. Да. Все, давайте начинать. Значит, импортируем все нужные нам библиотеки. Ничего нового тут нет. Выбираем девайс CUDA. Сейчас проверим, что у нас выберет CUDA. Да, вот тут совет, что если кто-то повторяет, то этот ноутбук очень рекомендуется в коллабе именно выполнять, потому что будут вычисления, которые лучше делать на GPU. Вот я, например, этого не выбрал. Сейчас буду перезапускать. Да. Все, видим, что девайс CUDA. Загружаем датасет. Все, в гетом по ссылке скачиваем зипку. Раззипуем эту зипку. И, видимо, кто-то просмотрел за нас датасет и выяснил, что вот есть какие-то картинки, какие-то файлы, которые не нужны, поэтому их можно удалить. Все, далее загружаем датасет. То есть вот такой вот image folder — это родной тип датасетов из Torch Vision, сразу есть. Указываем адрес для нашей папки, указываем трансформы, да, там resize, перевести в тензор, в пайторчевский, нормализовать данные. Делим данные на train и валидацию. В train берем 80% картинок и создаем два дата-лоудера. Да? Батч по 256. И да, train и валидационный дата-лоудер. Пока что ничего нового. Ну и посмотрим какой-то пример картинки. Вот это glob.glob. Это перечисление всех файлов. То есть у нас есть, ну да, перечисление всех файлов, которые подходят под вот такое регулярное выражение. Да? То есть все, которые находятся в папке PetImages, далее неважно, какая папка, далее неважно название файла, важно, чтобы было расширение JPG. Это чтобы мы обязательно посмотрели на картинке и смотрим. Ну и действительно, у нас данные из кошечек, как минимум. Может, и собачка сейчас найдется. Ладно, не найдется, значит, сильно больше кошечек. Вот и собаки есть. Fine-tuning. Да, значит, что такое fine-tuning и что за задача такая transfer learning? То есть мы с вами до этого смотрели на смотрели на модели, которые... Ну и преимущество обсуждали модели, которые обучаются на конкретном датасете. Да? То есть у нас был CIFAR, у нас был MNIST, и мы с нуля учили модели для того, чтобы решать вот эти задачи. Ну и все оказалось бы логично. Да? У нас есть задача, мы обучаем на этой задаче наш алгоритм и ждем какого-то результата. Но если подумать, то, наверное, не хочется каждый раз учить модель с нуля под задачи, которые между собой как-то скоррелированы. То есть мы, например, обсуждали, что в сверточных сетях первые слои выучивают какие-то простые вещи по типу, что такое точка, что такое наклоненная линия, что такое квадрат. И кажется, как будто вот эти знания, они общие для любой задачи зрительной, какой-то визуальной классификации. Да? То есть отличать кошек и собак — это отличная от МНИСТа задача,
и там нужно знать, что такое палка, нужно знать, что такое точка. Поэтому вся идея трансфер-лернинга в том, что, чтобы перенести какие-то знания, выученные в одном домене, на решение задач другого домена. В данном случае есть датасет ImageNet. Это большой датасет, в котором 1000 классов и довольно высокого расширения картинки. И все модели обучаются на вот этом датасете для того, чтобы решать вот эту классификацию на 1000 классов. А потом часто используются вот эти веса для того, чтобы решать другие задачи. То есть идея в том, что вы берете модель, обученную на ImageNet, модель, которая уже познала все вот эти вещи, как палки, лица, точки и так далее, используете вот знания этой модели, чуть-чуть меняя последние слои, то есть слои классификации, и надеясь, что поменяв только классификационный слой, последний, да, там fully connected, вы используете знания, которые она уже выучила. И таким образом можно не тренировать модель с нуля, а воспользоваться знаниями, которые уже были натренированы до вас. И вот transfer learning — это вся вот эта область переноса каких-то знаний из одной задачи в другую, а fine-tuning — это процесс как раз под подстройки вашей какой-то модели, которая обучалась на другой таску, под вашу таску. И обычно, да, это происходит. И сейчас мы, соответственно, сделаем это для нашей задачи. Тут нужно скачать Lightning, потом, install. Это же Lightning. Да. Ну и сейчас мы возьмем модель, которая обучалась на ImageNet, возьмем конкретно модель, которая называется ResNet 18, возьмем ее предобученную, а предобучена она была именно на ImageNet, и дальше попробуем адаптировать ее под нашу задачу. Скачали PyTorch Lightning, импортируем все нужные нам библиотеки, убедимся, что мы умеем вообще скачивать pre-trained модели, мы действительно умеем, видите, то есть загружаются весна, то есть веса, загружался вот такой файл .h, это веса, и смотрим, что модель, ну да, вот действительно модель с какими-то блоками, там какие-то свертки, relu, batch нормы, ну и действительно загрузили вот эту модель. И в задаче трансфер-лернинга, так как мы хотим использовать какие-то знания, которые в модели уже есть, мы замораживаем, то есть не обновляем веса какой-то части модели и обновляем только последние и меняем только последний линейный слой, слой, который отвечает за классификацию. И, ну да, вот то, что тут написано. То есть давайте, тут задача для вас написать модель, которая использует предобученную или непредобученный ResNet и делает forward pass в зависимости от того, предобученную мы или не предобученную модель используем. То есть задача взять предобученный ResNet, или, ну, короче, взять архитектуру ResNet и адаптировать ее под два случая, когда мы берем предобученные веса, или когда мы берем непредобученные. То есть пустую модель и обучаем всю задачу заново. Да, если, то есть, вы можете догадаться, что как определение модели, так и forward pass для этих двух случаев будет отличаться. Давайте 8 минут вам на это все дело. В 14:00 встречаемся. Все, пишите. Пишите код. Если кому-то хочется что-то, какую-то часть услышать заново, какое-то объяснение, или непонятно, что вот тут нужно писать совсем, то спросите. Еще раз повторю, расскажу другими словами. У вас было про fine-tuning или про transfer learning что-то на лекции? Вроде как нет, мне казалось.
Вообще ничего не было. Ну хорошо, тогда тем более, да, если какие-то концепции, какие-то слова, которые я вам сказал, непонятны, то переспросите обязательно. Потому что это довольно полезная идея, часто используется. А так, пишите код.
Так, ну что, кто-то написал? Напишите плюс-минус. Плюс, кто дописал, равно, кто в процессе. Минус, кто даже не начинал и ждет просто решения. Угу. Всех остальных минус получается. Ну, окей. Давайте начнем потихоньку рассуждать. Значит, смотрите. Мы хотим использовать модель ResNet 18. И модель ResNet 18 обучалась на классификацию на 1000 классов. То есть нам нужно, во-первых, изменить последний слой, да, потому что в нашем случае у нас не 1000 классов, а 2. Это первое, что нам нужно сделать. А второе, что нам нужно сделать, это разделить на два случая, когда мы используем... Первый случай, когда мы используем обученные веса во всех слоях, которые до вот этих классификационных, которые отличаются. А второй случай, когда мы просто берем пустую архитектуру и обучаем ее всю заново. И, соответственно, и процесс форварда тоже будет отличаться в зависимости от того, какой случай мы выбираем. Значит, когда у нас pre-trained модель, что нам нужно сделать? Нам нужно воспользоваться архитектурой ResNet 18 и взять все веса предобученные. Да? То есть мы берем просто ResNet 18 и берем предобученные веса. Для ситуации, где у нас не pre-trained, мы берем ту же модель ResNet 18, но берем ее не предобученную. Все, теперь у нас есть, на этом этапе у нас есть архитектура со старыми или с новыми, или с пустыми весами, но теперь нам, так как ResNet 18 предобученный или не предобученный, в общем, из этой библиотеки писался под задачу классификации на 1000 классов, нам нужно это поменять, потому что у нас не 1000 классов, а 2 класса. Значит, в модели есть fully connected слой на 1000 классов. Его нужно удалить. То есть мы удаляем прямо вот так вот delete self-model.fullyconnected. Нужно определить наши собственные fully connected слой. И classification можно делать, и определить его на наше количество классов. Значит, там, если посмотреть в определение модели, или если попытаться прогнать эту модель, мы увидим, что сверточные слои заканчиваются с 1000 выходов, поэтому пишем 1000, и вместо... Да, и добавляем модель, и добавляем, ну, двойку, говорим, что мы хотим 2 выхода вместо 1000, потому что у нас классификация на 2 класса. И помимо всего этого, нам нужно еще определить какой-то оптимайзер, то есть какой-то алгоритм, который будет минимизировать ошибку. И тут он одинаковый для случая pre-trained и не pre-trained. И пускай это будет какой-то n. Какой-то Адам, только сейчас единственное. Торч, как там было? Ultim. Точка Адам. Да. А, да. Торч, Ultim. Адам. И теперь важная разница. Да? То есть если у нас модель pre-trained, то обучаемые параметры, которые нужно передать вот сюда, это параметры только линейного слоя. А если мы берем модель не pre-trained, то обучаемые параметры — это все параметры. Да? Поэтому нам нужно разделить эти два случая. Все-таки оптимайзеры будут находиться вот в этом if-е тоже. Тоже будут находиться в этом if-е. И
случае, когда pre-trained, ну, мы перенесли определение классификационного слоя выше, чтобы он был доступен тут. В случае, если модель pre-trained, то нам нужно тренировать только как раз параметры из вот этого слоя, да, self-classification.parameters. В случае, когда у нас не pre-trained, обучаемые параметры будут все параметры. Поэтому self-model.parameters. Да. Parameters. И да. Окей. А теперь давайте посмотрим на forward. Как выглядит forward? В ситуации, когда у нас pre-trained модель, то во время forward пасса нужно не забыть, что нам не нужно считать градиенты по параметрам модели. Да? Поэтому мы получим какой-то x, который будет результатом работы нашей модели до классификационных слоев. Да? И обязательно получим его под... Тут вам была подсказка, что обязательно это должно быть под no-grad. Короче, под вот такой вот... В, как это называется? В области видимости, короче, вот функции torch no-grad, чтобы по нему не считались градиенты. И после того, как мы посчитали вот эти фичи, мы передадим через слой классификации... Classification. Так они назывались? Classification. Передадим то, что получили, и это уже без вне вот этого области видимости no-grad, чтобы по параметрам классификации градиенты считались и запоминались. В случае, когда не pre-trained модель, то все то же самое, только градиент теперь считается. Градиент теперь считается везде, поэтому никакого точного grad нам уже не нужно. Видимо, ну и пускай возвращается x, а не пресс. И все, да. И вот тут важный пункт в том, что у вас в задании, короче, в решении неправильно написано. Поэтому если кто-то вдруг смотрит, ну сейчас после семинара я поправлю, но в общем-то смотрите, в чем ошибка. Например, для случая, когда не pre-trained, давайте, когда, как думаете, в чем ошибка вот в этом решении? Я уже дал подсказку, что в не pre-trained как минимум есть ошибка. Как думаете, в чем она? Без понятия, видимо. Ну ладно, смотрите. То есть я говорил, что ResNet обучается на классификацию на 1000 классов, да? И вот сейчас, и вот мы видим, что в случае, когда мы делаем pre-trained, у нас мы меняем последний слой и размерности. Ну да, ну вот в комментариях написали в чате, что размерности. Ну да, по большому счету размерности это можно назвать. Что, да, что у нас остается как бы модель выплюнет классификацию на 1000 классов. А нам это не нужно. Нам нужно, чтобы у нас было два класса. То есть мы тут нигде не переопределяем, да? А потом смотрите, то есть мы переопределили, ну, то есть мы написали, что у нас self-model, точка, что он pre-trained false, и у нас как бы ResNet на 1000 классов, а потом в форварде мы также делаем предсказания просто на вот этой модели, никак не используя вот этот классифайер на два класса. То есть он должен выплевывать 1000, да? То есть поэтому тут ошибка. Будьте внимательнее с размерностями. Так, ну мы вроде без ошибок написали. Давайте посмотрим, так это или нет. Запустим два варианта. Один с pre-trained, второй без pre-trained, да, в надежде увидеть, что pre-trained действительно имеет какую-то важность, что тот факт, что мы возьмем
хорошо предобученные веса на ImageNet и поменяем голову, результат будет лучше, нежели в случае, когда мы обучим одну эпоху с самого нуля. Тут почему-то ЦПУ, давайте поменяем это на ГПУ и прогоним, подождем одну эпоху и посмотрим, какие у нас результаты. Говорят, что нету объектов ФК. Почему так говорят? Давайте разбираться. Так, значит, в трейнере. Возможно, он использует слово ФК где-то внутри, то есть он прям ждет, что это есть слово, да? Сейчас, давайте посмотрим еще раз, на какой строчке падает. Падает в трейнере. Обращаемся ли мы где-то к слову fully connected? Вроде не обращаемся. Хорошо, давайте тогда попробуем не удалять fully connected слой, да, а поменять его на наш self-classification. Давайте попробуем так сделать. Что, возможно, где-то внутри PyTorch ждет, что есть fully connected слой. Не знаю, давайте посмотрим. Ну да, вроде сработало. Ну да, значит так. Вот это даже можно вынести, потому что оно общее для двух моделей. Вот так вот сделать. Да, посмотрим, были ли какие-то еще ошибки. Да. Странно еще то в этом семинаре, но это я сейчас будем выяснять, почему. Что, короче, этот код все равно отрабатывал. То есть мы тут ведем как бы трейн на вот таких дата-лоудерах, да, которые рассчитаны на наши данные, а наши данные имеют, соответственно, свои классы, свои размерности. И тут еще почему-то 512, хотя выходных 1000, и оно почему-то все равно отрабатывало. Это большая загадка. Ну, если будет что-то интересное, расскажем, что там было такого интересного. Какие-то вопросы есть по вот коду, который здесь написан? Пока ждем обучения. Ой, что такое? Могут осталось. Не то. Устанавливаем. То есть оптимайзер был за else. То есть почему-то. Это я, видимо, когда переносил, отчепятывался. У нас в случае претрейн должны быть только классификационные слои учиться. В случае не претрейн все должно. Значит, параметры модели должны учиться. Ну, давайте посмотрим. На самом деле, пока учится, кажется, можно перейти к так. Нет, это надо остановить. Подожди, ты не то учишь. Вот это. Это прогналось. Это учится. Давайте вот это тоже запустим. Ну и пойдем дальше, видимо, если
Если вопросов никаких нет, пойдем дальше и потом посмотрим, через пару минут посмотрим на результаты вот тут. Ну, в общем-то, должно получиться, что pre-trained дает лучше метрики и меньше лосс, потому что мы используем какие-то знания, которые мы уже вынесли с ImageNet. Так, а теперь давайте про adversarial attacks поговорим, что это такое, и зачем это нужно и как оно реализовывается. Значит, мы решали все это время с вами задачу классификации, да? И помимо такого безобидного и на первый взгляд бесполезного применения, как классификация кошек и собак, есть области, где классификация какая-то более важная применяется. Да, например, кредитный скоринг. Нужно понимать, выдавать ли человеку кредит или нет по его данным. Или, например, распознавание лиц. Да? То есть в айфонах, в других телефонах, Face ID какой-нибудь. Можете себе представить, да, что в каком-нибудь метро стоит. Даже, по-моему, в России в метро стоит, можно оплатить, говоришь, биометрии лица своей, и стоят где-то в каких-то странах, например, в Китае, камеры, которые распознают прям человека, то есть мапят лицо в данные о человеке. И тогда задача правильно классифицировать, она имеет большую важность, чем в случае с кошками и собаками, да, то есть ошибка имеет большую какую-то стоимость и больше проблем возникает в случае неправильной классификации. И точно так же, как, ну, и именно поэтому возникают какие-то мотивы обмана вот этих моделей классификационных, да, то есть хочется сделать так, чтобы модель классифицировала не то, что она классифицировала бы честным образом. Например, обмануть модель на изменение скоринга с отрицательного ответа на положительный, да, то есть чтобы, если честным образом человек не должен был получать кредит, обмануть эту модель так, а не сильно изменив данные, чтобы она позволила брать кредит. Или, например, как-то изменив модель, изменить данные так, чтобы для человека они не отличались, но для модели они давали совершенно другой ответ. Как, например, вот в этом случае, да, у нас есть панда, вот мы смотрим на картинку, видим панду, окей. Модель честным образом предсказывает 57,7%, классифицируя вот это как панду. Мы добавляем какой-то случайный шум, ну, сейчас посмотрим конкретный способ определения шума, но вот добавляем что-то вот такое с небольшим весом. И таким образом для человека картинка выглядит точно так же. Мы с вами вот эти две картинки абсолютно не различаем. Но тем не менее модель классифицирует вот это как там, с вероятностью 99%, как гиббон, что совершенно другой ответ. И можете представить, что вот такие же применения есть для более важных классификаций. Да? Или, например, для распознания знаков. У вас едет машина, которая классифицирует дорожные знаки, что можно немножко добавить. Вот даже пример был сейчас. Посмотрим, найдется или нет. Да, вот смотрите, например, есть, ну, у вас едет Тесла какая-нибудь, пытается классифицировать знак стоп, но из-за того, что на нее наклеили вот такие вот знаки, вот такие вот наклейки, типа белая, черная в определенных местах, да, или вот, ну, или что-нибудь другое, то она перестает понимать вот этот знак как знак остановки и потенциально может вылиться во что-то страшное. И да, вот, или, например, вот этот случай. Видите, то есть как-то разукрасили, и теперь все, перестает понимать. Вот, в общем, это примеры, ну, важных каких-то adversarial атак, с которыми нужно бороться, ну, или в нашем случае знать, как их применять. Да, давайте посмотрим, каким образом этого можно достичь. Да? То есть каким образом, не сильно изменив входные данные, можно сильно изменить ответ нашей модели. Один из таких способов – это вот так называемый Fast Gradient Sign метод. Вот буква M в конце, потому что метод. Да, и очень простая идея, что если мы посчитаем градиент по исходной картинке, то есть градиент нашей модели по исходной картинке, возьмем знак этого градиента и прибавим ну, то есть единицу или минус единицу в зависимости от знака, с каким-то небольшим
эпсилоном прибавим вот этот знак градиента к исходной картинке, то мы получим другой вообще ответ. И вот ну, тут это им демонстрируем. Да? Вот наш x исходная картинка, вот наш градиент с небольшим весом. Мы прибавляем к нашей картинке градиент, умноженный на какой-то небольшой вес, чтобы это зрительно не сильно отличалось. Но модель меняет совершенно свое предсказание с одного на другое. Давайте попробуем это сделать. Вот тут вот, давайте вместе это напишем. То есть как выглядит картинка, которая вот с такой вот атакой, вот с таким вот шумом. То есть у нас на вход, ну это функция, которая меняет картинку вот с этой картинки на вот эту. И на вход дается оригинальное изображение, дается эпсилон и дается градиент по данным. Что нужно вернуть? То есть как посчитать вот это значение? Подскажите кто-нибудь, пожалуйста. Ну, это original плюс epsilon на дотоград? Да, действительно очень просто все. Original image, то есть исходное изображение, плюс epsilon, умноженный на градиент по данным. Так, у нас посчитались. Да, ну, короче, правильно действительно получаем вот эту картинку. Давайте посмотрим теперь на результаты, просто вернемся, что там произошло. Так, напоминаю, вот это pre-trained, то есть мы использовали замороженные веса обученного резнета, поменяв лишь голову и пройдя одну эпоху. Получаем там лос там 0.07 и accuracy 0.97. Окей. А теперь берем модель, которая полностью новая, также прогоняем одну эпоху, также поменяли голову на нужные размерности нам, и после одной эпохи видим валидационный лос там в 10 раз больше и accuracy 0.6, да, вместо 0.97. То есть видим, что действительно на таком простом игрушечном примере уже видно, что pre-train и fine-tuning – рабочая идея. Да, возвращаемся теперь к adversarial атакам. Окей, мы сделали функцию, которая меняет картинку на adversarial картинку. Да? То есть на картинку, которая визуально для нас, для людей, не сильно отличается, но для модели должна дать какой-то совершенно другой ответ. Ну, конечно, вот этот знак и градиент, они здесь не просто так. Это там ребята писали статью, подбирали, что конкретно можно прибавить с небольшим весом, да, но нам не важно. Нам важно идейно посмотреть, что такое вообще возможно. Кому интересно, потом почитайте оригинальную статью, углубитесь. В общем, да, функция, которая меняет. Определяем нашу модель, да, как это, ну, притрейнутый ResNet и наш классифайер, то есть наша новая глава. И переключаем нашу модель в eval mode. То есть никакие градиенты теперь не считаются, ничего. Все дропауты деактивируются. То есть, например, если у нас в модели где-то есть дропаут, то после того, как мы сделаем model eval, дропаут выключится, да, потому что на инференсе нам дропауты не нужны никакие. Дропаут включается и выключается во время обучения. Во время инференса он... Короче, нам нужны все слои, все нейроны. Выставим. А, да, потому что у нас он называется не классифайер, а classification. Так, поставим required grad true для всех параметров. Это нужно, потому что нам для этого метода нужно считать градиент. Поэтому все-таки поставим required grad true, чтобы градиенты запоминались. Теперь найдем какую-нибудь картинку с кошкой, потому что мы хотим сделать так, чтобы у нас была картинка с кошкой, чуть-чуть измененная, но предсказание теперь будет на собаку. Выставляем, обратите внимание, что у нас просто картинка, да, то есть какой-то параметр, то есть какой-то объект из датасета, не модель. Но ей мы тоже выставляем requires grad true, потому что по ней мы будем считать градиент. Дальше получаем предсказание, передавая в модель. Вот этот none в квадратных скобках, он делает так, что добавляет размерность нашему объекту. То есть, если помните, да, вот наша картинка, она имеет размерность 3 на высоту, на ширину,
картинки, но я вам говорил, что PyTorch модели ждут, даже если у вас одна картинка, они все равно ждут четырехмерный размер, да, то есть они хотят видеть количество картинок и дальше размерности. Поэтому есть вот этот вот такой вот интерфейс, в скобочках нам просто сделать, и тогда у вас уже будет размерность 1 на 3 на 224. Ну, вот. Это вот почему тут надо. Ну, в общем, получаем предсказание нашей модели, берем предсказанный лейбл, как... Ну, то есть у нас выходной слой, там два числа, наибольшее число — это то, в каком классе мы более уверены. Берем этот лейбл, берем softmax его, чтобы получить именно вероятность. Ну и, в общем-то, смотрим, да, что наша модель очень-очень уверена, там 0,998 предсказывает, что вот это кошки. Окей, давайте теперь посчитаем лосс, посчитаем backward по нему, то есть прогоним назад, посчитаем все градиенты, изменим нашу картинку, прогоним нашу картинку через модель, опять получим класс предсказанный, возьмем confidence, прогоним это все дело и получим то же самое почему-то. Вопрос теперь почему? Правильно ли мы реализовали вот эту вот штуку? Нет, неправильно. Нам нужен не Торчград, а нам нужен знак от Торчграда. Поэтому давайте перезапустим это все дело. Вот, кошка с уверенностью 1. А теперь кошка с меньшей уверенностью, но все еще кошка. Почему-то класс не сменился. Давайте еще проверять, что еще можно так. Смотрите тоже, как вы думаете, найдете, ну, если что-то увидите подозрительно, говорите, потому что вообще-то результат должен меняться. Убедимся, что нормально все перезапустили. А, да, ну вот, ладно, видимо, значит, в прошлый раз что-то не перезапустилось или пример был какой-то неудачный. Но, в общем-то, смотрите, мы, ну, короче, поправили вот эту функцию, то, как она должна быть. И у нас предсказание до измененных данных, то есть до того, как мы сделали вот это. Модель думает с уверенностью 100%, что это кошка. Дальше мы поменяем градиенты, посчитаем градиенты, добавим знак градиентов к изображению. И изображение для нас выглядит точно так же, но модель теперь классифицирует это как собака с уверенностью 98%. Хотя видите, что, ну, на глаз абсолютно не отличается. Вот. Есть какие-то вопросы по вот этому adversarial атаку и вот конкретно вот этому методу? Что-то. Или в коде какие-то вопросы? Видимо, нет. Ну, окей. Окей. Давайте тогда пойдем дальше. Значит, у нас следующий пункт какой-то, следующий раздел. Мы попытаемся понять, на что смотрит, на какие области на картинке для нашей модели наиболее важные для классификации. Да? То есть попытаемся добавить какую-то интерпретируемость в наше решение вот этой модели. Значит, напоминаем, что у нас были вот эти shapely values в предыдущем семестре, и это какой-то метод определенный, который позволяет понять, какая фича дает какой вклад в финальное предсказание. То есть, ну вот тут вот пример. Например, мы снимаем однушку в Москве и хотим создать модель, которая предсказывает стоимость нашего варианта, да, по каким-то фичам. И для заданной квартиры мы получили предсказание в 50 тысяч рублей и делали это предсказание по следующим свойствам, да, то есть у нас есть
какая-то бинарная фича, в пределах ли МКАДа мы находимся, есть ли кондиционер, можно ли с домашними животными туда, с крокодилами, и есть ли у нас рядом парк. Нужно найти теперь shapely value, свойства, там, можно ли с крокодилами. Да? То есть мы хотим выяснить, насколько важен именно этот параметр. И тут написано, что shapely value можно рассматривать как просто если не смотреть формулу, а как-то руками махать и пытаться объяснить, что это среднее значение от так называемых marginal contributions. А marginal contribution – это следующее значение. Это предсказание модели с интересующей нас фичой минус предсказание модели в без интересующей нас фичи. Да, то есть если у нас вот столько фичей, то shapely value это будет среднее по всем возможным комбинациям, где мы используем и не используем нашу фичу. Да? Например, вот здесь мы использовали две другие фичи, интересующую нас, и вычитаем из этого значение просто с двумя фичами. Усреднять мы будем по, например, следующий шаг. Мы возьмем и используем не две фичи помимо интересующей, а типа все фичи помимо интересующей. Да? То есть тут будут все фичи, интересующие нас, а потом вычтем все фичи, но уже без интересующей нас. И так по всем возможным комбинациям, каждый раз выключая, включая интересующую нас фичу, мы посчитаем какое-то shapely value. И это вот тут вот то, что написано в этой формуле. Ну и какое-то там умное усреднение, вот этот параметр, да, но неважно, почему он такой. Важно, вам должно быть важно то, что мы берем и делаем предсказания разных моделей с нашей фичой, а потом вычитаем предсказания на тех же фичах, но теперь без нашей, без интересующей нас фичи. И таким образом мы получаем то, насколько, какой вклад дает предсказание именно, какой вклад дает наличие именно вот этой фичи. Делаем предсказание без нее, делаем предсказание с ней, смотрим на разницу. Очень должна быть естественная идея. Нужно повторить еще раз, что это такое, что за shapely values, или что они показывают, ну, точнее, как считается вот этот shapely value. Мы дальше посмотрим на визуализацию, станет чуть понятнее, но, может, у кого-то есть вопросы по вот этому. Нет вопросов. Окей. Давайте тогда посмотрим на примере кода. Значит, сами shapely values посчитать не получится, потому что у нас тут, ну, в общем-то, сложная модель, есть какое-то приближение вот этих shapely values, как оно реализовано, опять же, нам не важно, вы можете считать, что мы вот эти shapely values и считаем, да? Метод, который приближает, вот так вот называется, там, gradient explainer, как-то он там работает, нам не важно. Давайте посмотрим, будем считать, что это какая-то абстракция, и работаем мы с теми же shapely values. Значит, напишем метод, который нормализует наши данные. Среднее и стандартное отклонение мы посчитали сами, когда-то там загрузили датасет и посчитали по ним среднее стандартное отклонение и просто их используем. Делим на 255 на случай, если у нас картинка в каждом пикселе имеет числа от 0 до 255. Нам такого не хочется, нам хочется, чтобы было от 0 до 1. Да? Поэтому если есть числа больше единицы, то мы нормализуем, деля на 255. А потом нормализуем, ну, делаем стандартизацию, так называемую. Да? Вычитаем среднее и делим на стандартное отклонение. Окей, сделали это. Теперь загрузим модель, наш ResNet. Загрузим его в pre-trained виде и поставим его в eval mode. То есть все дропауты выключим, там градиенты не будут лишние считаться и так далее. Нормализуем данные, выберем две картинки, то есть первую и 41-ю, для того, чтобы на них просто смотреть все следующие визуализации. Это абсолютно, ну, случайно выбрано, но пускай будут вот эти две модели, вот эти две картинки. И давайте перейдем, в общем, в решенный семинар, потому что вот эти функции довольно долго отрабатывают. И давайте посмотрим на то,
на что обращает внимание разный слой нашей сетки. То есть смотрим, что... ну, короче, что происходит, да, для начала? Значит, мы создаем объект вот этого shapely value, да, explainer какого-то, передаем в него нулевой сверточный слой нашей модели. То есть по аналогии, да, в примере, который я описывал словами, фичи были вот такие, ни одного свойства, там, в пределах MCAT, а у нас фичи другие. И типа, фичи у нас это фичи со сверточного слоя, с нулевого сверточного слоя. Берем какие-то shape values, переводим это в вектора, находим там словесные, то есть чтобы у нас были не номера классов, а там слова класса, и смотрим. В общем, четыре, вот эта четверка, это, ну, вот эти четыре класса, это четыре самых вероятных класса, по мнению модели. И смотрим, на что обращается внимание, да, то есть у нас красное значение, красный пиксель обозначает, что вот этот пиксель повышает вероятность нашего класса, а синий уменьшает вероятность. Ну и смотрим, что там какие-то сильно интерпретируемые пока не получается, да, потому что у нас какие-то пиксели там прибавляют вероятности того, что это какой-то американский там игрет, что бы это ни было, или повышают вероятность того, что это пеликан, а синие значения уменьшают. Но видим, что тут пока какой-то структуры сильно нельзя заметить, да, можно заметить, что смотря на глаз, то есть это примерно глаз, да, и на область вокруг глаза, мы как-то более убеждаемся в том, что это пеликан или вот какой-то другой вид птицы. Или вот тут, например, смотря на вот эту область, модель снижает вероятность того, что это мармот, да, то есть это, видимо, какая-то говорящая область, и смотря на нее, мы убеждаемся в том, что это не вот этот класс, да, то есть синенькая, то есть сильно снижаем вероятность на вот этого класса. Окей, это на нулевом слое, да, то есть нулевой слой смотрит на очень маленькие участки. Давайте то же самое посмотрим со вторым слоем. Видим, что действительно у нас участки больше площадью. То есть уже мы смотрим не на один, на два пикселя, а на как-то более верхний уровень. И смотрим, что тоже у нас тут классификация происходит в основном по области головы, да, то есть определите, ну, посмотрите, что обратите внимание, что у нас нету красных значений на фоне. То есть модель не принимает решение, не прибавляет вероятность одного или другого класса или не убавляет ее практически по фону. То есть видите, что весь красный и синий, он в основном на объекте, да, с редкими там какими-то исключениями. Ну, вот видим, что вот для этого, что это, не знаю, суслик, мангуст, по нему, что по голове в основном. Форма головы и какие-то, видим, возможно, цвет головы добавляет нам вероятности в предсказании этого класса. И у нас нет нигде никаких синих и красных значений на фоне. Да, в то время как на первом, на нулевом слое у нас бывали, вот видите, красные, синие значения даже на самом фоне. Потому что нулевой слой по логике смотрит на какие-то совсем уж простые вещи, по типу там точка, черточка, что-то такое. Второй слой уже смотрит на более верхнеуровневые штуки. Мы видим, что действительно концентрация идет в основном на объекте. То есть мы смотрим на объект и смотрим на объект неравномерно, а видим, что в области головы, в области глаза у нас намного больше важности придается. Да? И важность мы видим, потому что вот тут сильно красное, то есть мы сильно добавляем положительную вероятность классификации, в то время как тут оно более размазано. И давайте посмотрим на четвертый слой. И на четвертом слое у нас вот совсем видно, что да, какие-то важные параметры, они находятся вот где голова. То есть мы видим, что тут очень красное, да, то есть вот эта область сильно поддала информации на то, что это вот этот класс. Потом вот тут вот эта область сильно уменьшила вероятность того, что вот это пеликан. Но вот тут мы обратим внимание на то, что из-за того, что у нас уже очень большие пиксели, да, у нас задевается немножко фон, то есть скорее всего, вот где-то тут модель смотрит на вот эту часть и понимает, что это там шея. Но из-за того, что там пиксели большой, мы еще как бы видим, что
фон тоже попадает, и как будто бы фону придается значение, но на самом деле нет. На самом деле, скорее всего, смотрится на изгиб там, вот на вот эту часть, да, на изгиб. То же самое. Ну, в общем-то, да. Ну, и тут аналогично. В общем, да, по shape values вот так. Ну, и вот так мы какую-то получили интерпретацию. Она тоже не идеальная, она там формально, математически, наверное, не так объяснена, что модель действительно смотрит на вот это, да, но идея того, что давайте посмотрим на предсказание с этой фичой, посмотрим на предсказание без этой фичи, и таким образом, смотря на разницу, поймем, насколько это важная фича. Вот, это Shapley Values. Есть ли вопросы по тому, по Shapley Values, по вот этим визуализациям? Все ли понятно? Что означают эти цвета? Что означает вот эта степень? Раскраска. Ну, Да, вроде понятно. видимо, понятно. Окей, давайте я вам... У нас вроде осталось время. Осталось же. Давайте я покажу что-то похожее на вот эти shapely values. Это я в какой-то момент, учась на Яде, решил выбрать курсовую по детекции, ну, то есть по детекции и по интерпретации сверточных моделей. И у меня была идея... ну, кстати, там, по-моему, в ноутбуке не сильно видно, то есть надо находить саму работу, но этим я уже заниматься не буду. Но, короче, была следующая идея. Значит, смотрите, у нас есть задача классификации, да? То есть задача сказать, какой класс находится на вот этой картинке. Но у нас есть еще отдельно задача, там, допустим, детекции, да, задача сегментации. И вот была идея такая, типа, подумать, ну вот, думаем, да, задача классификации. Значит, модель понимает, что у нас находится какой-то объект какого-то класса на вот этой картинке. И тогда кажется, что если модель решает задачу классификации, то есть говорит, что вот на этой картинке кот или пеликан, да, то эта модель должна еще и автоматически как-то имплицитно детектить вот этот объект, да, потому что если ты говоришь, что на этой картинке кот, то, наверное, сначала нужно найти этого кота, чтобы сказать, что он там есть. То есть была идея того, что... Ну, и есть работы, короче, конечно, которые лучше это делают, но, в общем-то, была задача... ну да, доказать или опровергнуть, что модель как-то решает еще задачу детекции. И решалась она, ну, вот во всяком случае у меня, каким-то похожим образом. Как вы думаете, как это можно... как можно получить модель, которая детектит, может решать задачу детекции, при этом обучаясь только на классификацию? Вот. Как с помощью модели, которая классифицирует, решить задачу детекции? Попытаться. Вот руководствуясь логикой, которую я вам только что назвал. Ну вот как вы думаете, просто какие-то идеи, какие-то рассуждения? Уже вне семинара. Нет идей ни у кого. Ну, представьте картинку, на которой находится какой-то там пеликан посередине. Вот, Артем Нурматов пишет, да, использовать классификацию, но по регионам картинки. Ну вот почти. Короче, хорошая идея с тем, чтобы перейти от целой картинки к регионам, но чуть-чуть изменить надо идею. Ну, в общем-то, ладно, давайте я вам скажу, сейчас покажу какие-то картинки, которые там у меня получились в моменте. В общем, да, идея следующая. Значит, у нас классификация, и идея в том, что модель для того, чтобы классифицировать картинку, должна сначала найти объект, который находится на этой картинке, и только потом сказать, что этот класс. Да? Как будто задача детекции решается имплицитно для того, чтобы решить задачу классификации.
И, в общем-то, что делал я? Я просто закрывал часть, ну, и что-то похожее на shapely values получилось. То есть я закрывал часть картинки каким-то черным или белым блоком, прогонял, ну, то есть я прогнал через модель исходную картинку, получил какой-то score, да, допустим, 0,99, мы уверены, что там находится пеликан. Я закрываю какой-то маленький патч, то есть какое-то количество пикселей, и прогоняю их через модель, получаю какое-то предсказание. И в зависимости от того, насколько важный патч я закрыл, кажется, что уверенность модели в правильном классе изменится в разной степени. Да? Что если я закрыл какой-то фон, то уверенность в пеликане не сильно изменится. Если я закрыл самого пеликана, то есть часть самого пеликана, то предсказание изменится сильно. И таким образом, закрывая маленькие патчи, можно получать разную степень изменения в уверенности правильного класса. То есть, если мы закроем что-то важное, то изменится сильно класс, да, уверенность в правильном классе изменится сильно. И идея в том, что таким образом можно понять, где находится что-то важное, да, где находится сам объект. И, в общем-то, вот лучшие, ну, какие-то картинки, которые у меня получились, это вот такие картинки, да, вот это класс собака, и мы смотрим, видим, что, типа, если закрывать все вот этот фон, то класс вообще практически не меняется. Если закрыть там глаз или закрыть какую-то часть мордочки, то, ну, красный, соответственно, это значит, сильно изменилось значение класса. Что меняется сильнее, да? Ну, вот этот пример не очень. Вот это, например, класс гейзер. Да, то есть мы видим, что закрывая вот эти патчи, не сильно меняется предсказание, но именно когда я начинаю закрывать и предсказывать что-то на гейзере, то есть закрывать вот эти патчи, то предсказание меняется сильно. И таким образом мы вот тут вот, например, можем детектить гейзер, просто обводя вот так вот, да? Хотя мы обучались только на классификацию. Или, например, вот такой вот очень хороший, мне кажется, пример. Ну, класс какой-то там, пускай будет, я не знаю, пеликан, но это не пеликан, но, короче, какое-то животное, похоже на пеликана. И видим, что, типа, закрывая все вот эти патчи, модель, ну, не сильно меняет предсказания, а как только мы начинаем закрывать патчи вот здесь, предсказания модели сильно меняются. И таким образом мы понимаем, что вот тут находится то, что мы ищем, и вот так, таким образом детектим объект. Идея очень похожая на shapely values, оказалось, что типа если закрывать какие-то патчи и смотреть, как меняются предсказания, то из этого можно какой-то value вынести, какой-то insight и что-то дополнительно узнать про модель или про картинку. Или про область данных, в которой вы работаете. Да, например, в примере с квартирами можно узнать, какой параметр сильнее всего влияет на цену квартиры. Вот. Ну, это так, это сверх просто. Потому что мы раньше семинаром закончили. Да, в целом на этом все по семинару. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Я тут, пишите. Если вопросов нет, то всем спасибо. Увидимся через неделю. Пока.